Мы вместе. Активисты молодежного крыла Жасутан при поддержке районного филиала правящей партии поздравили с праздником Наурыз полицейских, врачей и работников Акимата, которые дежурят на 4 блокпостах Жетысусского района Алматы. Всех, кто на передовой борьбы с коронавирусом, поздравили с весенним праздником Наурыз. Праздничные угощения приготовили местные предприниматели. В одном из ресторанов Жетысусского района мы приготовили наурыз кожи. Вместе с волонтерами Жасутана мы распределили каждому из сотрудников кожи. Рядом добавили баурсаки, приборы и сейчас отправим им в обеденное время. Все стерильным образом. Обеспечиваем трехразовое питание. Несмотря на нынешнюю сложную ситуацию, мы не забываем свои традиции и обычаи во время наурыза. Мы все вместе. За день организаторы акции угостили праздничными блюдами около 200 человек. В такой сложный период важнее всего поддержка и внимание, считают молодые активисты. Сперва мы хотим вас поблагодарить, что уделили нам внимание, поздравили нас, военных, аварийные службы, административный персонал. Спасибо вам большое. Я очень рад, что Жасутан в этот великий день народа поздравили нас с Наурызом, угостили кожи. Большое вам спасибо. Тем временем городские активисты и предприниматели готовят другие акции. Вниманием и заботой уже охвачены ветераны Великой Отечественной и многодетные семьи с низким доходом. Аяна Нарикпаева, Валерий Таубалдиев, телеканал «Алматы».